Дети – это наше будущее, это будущее Украины. И мне очень хочется, чтобы это будущее было очень ярким, солнечным и прекрасным. Когда ко мне приходит пациент, для меня не имеет значения его политические убеждения, место жительства. Человек пришел со своей проблемой, и я должен ему помочь. Каждый раз, когда я выхожу на сцену, я дарю свою энергию людям, зрителям. И нам, музыкантам, она всегда возвращается обратно. Меня зовут Оксана Русанова. Я организовала детскую научную лабораторию в Запорожье. Я из Донецка. Я Свирский Денис Михайлович, сосудистый хирург, флеболог. Я родом из Донецка. Меня зовут Елена Басенко, солистка Луганской областной филармонии, которая находится в Северодонецке. Родом я из Луганска.